Вот, друзья, вышли мы из паркинга и движемся по... Ну, да-да-да, дом, изумительно раскрашен дом. Движемся мы по улице Бродвей по Чайна-тауну. И вы видите, что тут, ну, такое достаточно затрапезное место. Но, опять же, туристов много, движухи много. Вот так тут все устроено. А справа тут входы в какие-то учреждения. Даже на удивление, это что? А, это музычкой. Музычкой торгуют. Музычка так все больше китайская. Ну, понятное дело, такая этническая. Все этническое. Движемся дальше. О! Друзья, вот переулочек, смотрите, какой шикарный переулочек. Вот так даже специально не забредешь, знаете. А, красотища. Так, идем дальше. Значит, наш адрес — это 906 по улице Бродвей. А это только вот 1160, еще два квартала. Нам нужно 906. Идем дальше. Никогда не стихает шум в таких местах. Поближе были паркинги, но они были подальше раз, и они были на каких-то боковых улицах два. Я подумал, что гораздо правильнее стоять на одной улице. Уже не заблудишься, не потеряешься. Не припомню, друзья, чтобы мы с вами так вот шли по Сан-Франциско и на камеру снимали Сан-Франциско. Хотя похожие картинки мы в Санта-Крузе с вами снимали. Что с этим? Перекусим. Ну, 6 часов, свет, нам пора уже туда. Да, вопрос перекусить важный, но по идее на мероприятии там должен быть какой-то перекус. Вот он, небоскребище. В книге Василия Аксенова «Остров Крым» про это здание есть, ну как бы так, упоминание. Он там оно описывается как небоскреб-карандаш. Так что это здание воспето. Вот вы видите, тут мотельчики всякие, тут много такого. Тут еще, знаете, подванивает малька. Вот эти все урны от магазинов, они тут в течение дня выбрасывают свои отходы. Потом это вечером все развезется куда-нибудь. Ну, в общем, запашок есть, да, Свет? Чувствуешь, запашок присутствует? Есть, есть. Вот, друзья, опять люди скажут самокат, а у нас говорят скутер. Поэтому не позорьтесь, не поправляйте американцев, которые называют это скутером. А так друг друга можете назвать и самокатом. Вот торговля бойкая. Бог знает, чем торгуют. Чайна-таун, что скажешь-то? Так вот и живут. Вот оно. Вот оно, друзья. Кто с нами, друзья? Кто хочет жить в городе Сан-Франциско? Мы почти пришли. Вы видите улицу Пауэлл. А мы идем вдоль. Мы вот идем здесь. И вот там, видите, вниз пошло, да, в тоннель.
мы в тоннель не пойдем, мы так справа пройдем тихонечко и попадем куда надо. Вот он Сан-Франциско, друзья. Бери, не хочу. Приближаемся к точке. Какие-то домики стоят, видите, домики. А вот тут, вот, пожалуйста, почти знакомые нам по советской жизни вот звоночки. Вот вы видите, друзья, вполне себе плоскую относительно улицу Мейсон. И тут трамвайные пути, здесь ходят cable car. Вот, и туда дальше все это идет. Красиво, живописно. И вот там уже в галстуке стоит человек. Я думаю, что он прямо там и стоит, куда мы идем.